Что такое современная система ТАИР? Это много таких направлений. То есть есть несколько вопросов, отвечая на которые мы можем сказать, что да, у нас процессы формирования там, планов, ремонтов или замены, они обоснованы. То есть мы знаем и как устроено наше производство, то есть какие границы объекта, какое оборудование входит в эти границы. Мы умеем правильно составлять планы. Самое сложное сейчас в современных системах предвидеть отказ, исходя из оценки состояния оборудования. Ну и, собственно, зная это, запланировать мероприятие по предупреждению отказа либо устранению последствий. Новое направление – это оценка ущербов. Не просто отказа, еще какие ущербы могут быть. И экология, и безопасность, и охрана труда, ну и, собственно, потеря продукции – тоже ущерб. И вот, собственно, комбинации ответов на эти вопросы нам дают систему ТАИР, да, то есть обоснованную, прозрачную, там, современную.